Приветствую вас, друзья! На онлайн-платформе Youpin, на сайте, где мы находим все устройства для дома и многие другие продукты, разработанные как Xiaomi, так и суббрендами компании, появились новые беспроводные наушники с кейсом от Xiaomi. Новые гарнитуры называются QCY-T2, и поэтому, как следует из названия, они являются преемниками QCY-T1, оцененные пользователями весьма положительно. В этих наушниках используется технология TWS, основанная на Bluetooth версии 5.0, благодаря чему они могут функционировать независимо друг от друга. Новинка имеет 4 маленькие кнопки, по 2 на каждом наушнике, которые можно использовать для увеличения или уменьшения громкости, смены песен, паузы и активации голосового помощника, предварительно настроенного на смартфоне. В них также используется система шумоподавления, которая снижает уровень фоновых шумов, и технология DSP, которая обеспечивает цифровую обработку звука, обеспечивая сохранение четкости и частоты передаваемого голоса. Кроме того, Xiaomi QCY-T2 поддерживает автоматическое сопряжение при извлечении из кейса. Наушники обладают большим запасом автономности до 140 часов в режиме ожидания и до 4 часов в режиме работы. Также новинка получила кейс с увеличенной емкостью в 580 мАч. У QCY-T1 емкость кейса составляла 380 мАч. При дозарядке от кейса максимальное время работы составляет около 48 часов. Ну и конечно же радует присутствие влагозащиты стандарта IPX4 и дальность связи, которая составляет целых 10 метров. Ожидайте появления в наших магазинах и следите за новостями в наших соцсетях. Все необходимые ссылки в описании. На этом все, увидимся в следующих роликах.